Происшествие на грани абсурда произошло сегодня в Нижнем Новгороде. Мужчина напал на экипаж кареты скорой помощи. Машина прибыла на вызов и стояла во дворе, когда к ней подбежал неизвестный, сломал зеркало автомобиля и потребовал, чтобы водитель вышел из машины. После он ворвался в кабину и устроил там настоящий погром. Крушил все, что видел, и явно что-то искал. Оказалось, что нападавший пытался силой заполучить медицинские маски и перчатки. Одну пару перчаток он даже успел надеть, однако на место быстро прибыли полицейские. Очевидцы засняли видео, на котором видно, что мужчина в синих медицинских перчатках лежит, обезвреженный и закованный в наручники. Скорее всего, следующей его точкой назначения стало ближайшее отделение полиции. Мы направили запрос в Главное управление МВД России по Нижнему Новгороду, чтобы они рассказали подробности этого странного ЧП.